На конкурс дети читают стихи для лабиринта. Здравствуйте, меня зовут Маслова Ксения. Я учусь в 3-м Б-классе, школа номер 14, в городе Барнауле. Мне очень нравится читать стихи о детях. Мой любимый поэт Николай Некрасов. Я хочу прочитать стихотворение «Мужичок с ноготок». Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворост и воз. И шествуя важно, в спокойствии чином, лошадку ведет под уздцы мужичок. В больших сапогах, в полушубке овчином, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище, ступай себе мимо, уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор осека. А что, у отца-то большая семья? Семья-то большая. Да 2 человека всего мужиков-то, отец мой, да я. Так вон оно что, а как звать тебя? Власом. А кой тебе годик? 6-й миновал. Ну, мертвая, крикнул малюточка басом. Рванул под усы и быстрее зашагал.